Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как можно приготовить из такого слоеного печенья, которое называется ушки, собрать торт. Собирать будем тортик. Итак, для этого нам понадобится 800 грамм такого печенья. Значит, вот такой вот крем заварной сварили. Нам сюда понадобится 1 литр молока, 2 яйца, стакан сахара, 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки крахмала и 100 грамм сливочного масла. Значит, яйца разбиваем в кастрюлю, смешиваем с сахаром, добавляем муку, добавляем крахмал, наливаем молока и все это варим на среднем огне, непрерывно помешивая крем, чтобы он не пригорел до кастрюльки. Итак, крем сварили, остудили. Сейчас будем выкладывать. Берем такую разъемную форму и начинаем выкладывать слоями печенье. Так, вот такие вот места, значит, придется нам такими небольшими частями заполним. Дно все заполняем. После того, как мы выклали печенье, сейчас смажем нашим кремом. Разровняли крем и снова второй слой выкладываем печенье. Проложили слой и снова заливаем кремом. Итак, несколько слоев. Итак, наш торт мы заправили. Несколько печенюшек таких у нас осталось. Мы их также вот помяли, превратили вот такую крошку. И сейчас мы посыпем сверху. Через пару часов мы нашу форму разъемную снимем и бока также обсыпем такой же крошкой. Итак, наш тортик простоял всю ночь. За это время он хорошо пропитался. Крем получается очень нежный и очень вкусный, напоминает крем-брюле. Попробуйте приготовить такой торт, и я уверяю вас, вам очень понравится. Также в этот крем не забудьте положить ванилин. Подписывайтесь на мой канал, узнавайте много нового. Всем пока!